Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Заключение». Первый канал снова приготовил для своего зрителя прекрасную детективную картину с великолепным актерским составом. Сериал «Заключение» с Викторией Исаковой и Дмитрием Куличковым в главных ролях рассказал о непростой судьбе хирурга Веры. С ее помощью все тайное оказалось явью. А в тандеме с капитаном Пахомовым расследования приобретали совершенно иной вид. И теперь, после просмотра сериала, многих интересует вопрос, а будет ли его продолжение? Как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу? Или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. На данный момент нет официальной информации о том, что планируется запустить продолжение сериала. Но в мире кино часто бывают ситуации, когда высокий рейтинг проекта возвращает главных героев на экраны. Если такое произойдет с сериалом «Заключение», то новый сезон выйдет, но это произойдет не ранее 2023 года. Ведь для производства 8-серийного качественного проекта требуется, как правило, не меньше года. Это написание сценария, подбор актеров, поиск мест локации. Если вам понравился сериал, не ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.